Председатель кабинета министров Акылбек Джапаров побеседовал с работающими в Европейском банке реконструкции и развития кыргызстанцами. В головном офисе в Лондоне работают 22 наших соотечественника. В других филиалах ЕБРР работает более 40 граждан Кыргызстана. Мы ждем вас всех, чтобы вы наберетесь опыта. И потом приедете к нам с тем, чтобы и наши компании тоже листинговали здесь, на лондонской бирже. Время зря не терять, обучаться, перенимать опыт с тем, чтобы потом вы могли, когда приедете к родителям, к нам на родину, в отпуск, с тем, чтобы эти знания вы могли передать нам, а мы будем для вас готовить соответствующие финансовые структуры, институты, с тем, чтобы ваш опыт и ваши знания не пропали даром. Так что мы рады с вами видеться.